Привет всем, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, рада приветствовать вас на своем канале. Перед вами фиалка сердца матери, и хочу я ее поставить на фитильный полив. Видела я, в общем-то, видео такое, и буду использовать не горшочек, а обрезанную бутылку. Сделала я вот такую вот конструкцию. Земляной субстрат, сразу забегу наперед, буду использовать не универсальный ни в коем случае, потому что якобы он закисает. Я не пробовала и пробовать не хочу, конечно же, чтобы потом не маяться с пересадкой. Вот, а буду использовать верховой торф, он нейтрализованный, вместе примешала туда вермикулит. Вот, вот подписала, конечно же, чтобы не забыть, и сделала... Это вот низ, где будет водичка стоять, а вот здесь вот пакетик и искусственная нить. Любая искусственная нить, ни в коем случае не хлопчатобумажная. Сделала я ее вот так вот, сплела, потому что у меня нету толстой. Она у меня совсем вот такая, такусенькая, вот тоненькая. Вот, я ее сделала крючком, утолщила вот таким образом. Внутри горшка. Ну, имитация горшка, поэтому вот это вот будет внутри горшка, а вот это будет снаружи, именно вот здесь, где будет налита вода. Вот, хочу ее попробовать поставить на фитильный полив, потому что она крупная розетка такая довольно-таки. Просто мне захотелось на фитиль, потому что она очень пьет много воды, я не успеваю ее поливать. Вот, в общем, хочу попробовать. Конечно же, я буду наблюдать за ней. Сняла нижние листочки у этого растения. Так, я вот оставлю вот этот небольшой кусочек, который остался от нитки. Я его вот так согну и поставлю само растение. Видите, оно у меня изогнулось. Вот так вот будет видно. Оно у меня изогнулось. И, конечно же, я не буду садить его вот так вот. А мне придется его выровнять. Соответственно, я буду садить его вот как-то так. Немножко поравняю. Вот так вот поравняю это все. Срежу, чтобы корням было легче немножко образовываться. Больше я ничего делать не буду. А ком сильно я обтрясать тоже не хочу, потому что не хочу повредить корневую систему. В общем, сейчас вот так вот поставлю. И буду засыпать землей. Немножко утрамбую для того, чтобы растение более плотно держалось в почве. Чтобы оно не болталось, я немножко его укреплю в ту сторону, куда его клонит. Пока он сам себя не зафиксирует. А вот у меня здесь есть пасынки. Я их сниму сегодня, ну, после того, как уже полью растение, соответственно. И тогда уже сниму пасынки. Тут есть наметки на то, что, возможно, где-то есть цветоносы. Не пасынки, а цветоносы. Я это, конечно же, посмотрю. Но пасынки сниму. Так, воды я вот сюда налила. И хочу со спринцовки ее теперь полить. Тихонечко так, осторожно, со всех сторон. Так вот я ее полила. Ну, в общем, вот такая вот система. Кстати, такой вот фитильный полив работает очень с помидорами, с перцами. Много видео видела именно зарубежных, что они практически в банке с водой выращивают перцы за неимением места. Прямо в резервуарах с водой они выращивают свои растения. И, кстати, удобрения туда же и все. В общем, беспочвенная такая система
рост растений. В общем, вот так вот у меня получилось. Соответственно, конечно же, я потом сниму видео, как что растет, нравится ли фиалки в таком состоянии расти или нет. Потому что вообще, как говорят, сильно большая емкость для фиалки, это тоже не очень хорошо. Я вот не знаю, большая это или нет. Но это стандарт. В принципе, я думаю, что возможно, ей понравится. С фиалки я сняла несколько листочков. Вот остальные у меня были желтоватые. И еще также я посадила вот такую вот фиалку. Это Robs Vanilla Trail. Не знаю, что получится. Это трейлер. Посмотрим. У него уже здесь есть цветоносики. Поэтому я думаю, скоро зацветет растение. Надеюсь, что ему понравится в таком горшочке. Не знаю, на самом деле, понравится ли мне еще, потому что горшочки-то не очень взрачные, и у меня не так уж много фиалок. Ну, посмотрим, в общем-то. А так, всем спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, обязательно задавайте вопросы. И всем пока-пока.